На конкурс дети читают стихи. Молодцова Анастасия, 9 лет, город Вологда. Автор этого стихотворения Благинина Елена Александровна, «Котенок». Мне нравится это стихотворение, потому что там говорится про котенка. Благинина Елена Александровна, «Котенок». Я нашла в саду котенка. Он мяукал тонко-тонко, он мяукал и дрожал. Может быть, его побили, или в дом пустить забыли, или сам он убежал. День с утра стоял ненастный, лужи серые везде. Так и быть, зверек несчастный, помогу твоей беде. Я взяла его домой, накормила досыта, скоро стал котенок мой. Заблуждение просто, шерсть как бархат, хвост трубой. Да чего ж хорош собой?